Всем привет, всем привет, с вами Шмыга. Вы на канале Шмыга. Мы сегодня поиграем в новую игру под названием Heavy Hall. И попробуем... режим новичка. Так, а как делать-то? Опа, стоп. QZDS? Это как? ИО? Ё-моё. А что надо делать с ТП? Зацепиться. Я понял, так. Нет! Так, понял. Да нет, да подожди. Да ё-моё. Да ё-моё! Собака твоя! Что с управлением? Так. О, хорош. Как я это сделал, я не знаю. Блин, очень тяжелое управление для... Ну это понятно, что для айпадика, типа, сделано, но... Так, вторая, типа, задачка. Подожди, Z, что там было? S, S, D. Мне нужно раскачаться же, нет? Подожди. Да, во, раскачиваемся. Нет. Так, да блин, не понял, я не забыл. SD. Да не, не то. Не то. Все не то. И все не так. Бу-бу-бу. Это будет самое тупорылое прохождение этой игры, наверное, мне кажется. Ага. Не-не-не, я вообще не понимаю. Стоп, да, я знаешь, что сделаю? Так, настройки. Нет, значит, не настройки. Управление не изменить, типа, да? Тут, по идее, нужно раскачаться и вот зацепиться, нет? Я правильно понимаю или нет? Нет, неправильно я понимаю. Ты сука! Так, а если вот... Не. А, во, можно было вот так сделать. Ай! А я думал... А, собака тварь. О, вот так вообще можно было сделать. Фу, да почему ты не выру... Рук-то, рук-то почему скотина тварь не сделал мне руку-то, а?
Атя! Атя-атя-ать! Стопанта. О, забыл, не ту кнопку нажал. Я ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, блин, я думал, он зацепится хоть немножко. Второй уровень, ребята, второй уровень. Ай-яй-яй, извиняюсь. Второй уровень, да-да-да. Сколько там времени? Я побил за рекорд свой, нет? А, подожди. Ай-я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 й
Ай-яй-яй-яй. И тут все время нужно держать, короче, ручки свои эти, да? Давай-давай, подтягивайся. Да ёптель-моптель. Блин, а я не раскачаюсь, да? Да, да, тут я не раскачаюсь сейчас. Тогда нужно... А, ну а почему ты руку-то убрал? Блин, неприкольно. Он руку что-то убрал, и неприкольно. Сильно старался, чтобы я все сделал красиво. А, я забыл, это кужа у нас. Ай-яй-яй-яй-яй. У нас Q и D, короче, Q и D это у нас вот разные стороны. Пока, короче, мы не используем другие кнопки. Почему? Потому что не нужны. Не нужны мне они. И чё? Ну нет. Так, сколько я... сколько я на первом уровне стою времени? Ну, а чё ты не... Алло, чё ты не двигаешься? Я почти близок. Да не, ну почему? А почему ты так тупо-то прыгаешь? Тут нельзя. Не получится, что ли, так сделать? Сейчас, подожди, а как мне вот... А если бы я вот прыгал... Да ёпарный. Нужно, короче, вовремя тогда нажимать, чтобы он, типа, это так. Так, ну я на рекорде, я надеюсь, да? Твою мать, нет. На рекорде, да. Так, давай-ка, знаешь, что сделать? Ага. Да ёп! Сколько можно-то? Ну, давай уже. Соберись, тряпка. Нет, он не соберется. Он не соберется. Так, сейчас, стой, вот нужно просто упасть. Ооо, Я хорош, хорош, хорош. Посмотри, какой я классный. У-ля-ля! Да, это прекрасно, это прекрасно. Так, давай, третий уровень. Ой, это нужно с другой стороны, типа, ему, да? Угу, я понял.
Давай, давай, давай. Блин, я не просил тебя прыгнуть. Я не просил тебя прыгать, ты упырь. Вот что ты убираешь руку? А, вот, молодец. Ну блин, он не хочет. А, тут может быть сейчас, подожди. Подожди. О. Подожди, вот это что такое? Вот эти вот кнопки-то, как они действуют? Я что-то не понимаю. Бу, не, ну это очень тяжело, я не очень понимаю, просто реально. Ты же только что двигал рукой, ну. А, я перепутал кнопки, ё-моё. Ага, я понял. Ага. Вот это твою налево. Музыка такая, если кто-то смотрел, Котопса. Такая из Котопса музыка. Ну блин, а как вот он делает эту ручонку, чтобы она кривая такая была? Я не понимаю. Почему 4 кнопки было сделано, а может обучение нужно все-таки пройти? Хорош или не хорош? Да блин. Вот Z зачем нужно? Я не понимаю. Z и S. Вот мне нужно было 4 кнопки. Почему? Зачем 4? Не, я что-то вниз уползу. Мне нужно наверх подняться. Не понимаю! Да хорош крутиться ими и этими крюками, варежками, собака, тварь. Не, я не знаю, ребят, как это пройти. Я в обратную вот сторону могу классно уйти, да? Да ты! И что? Ну как подниматься этим чучелом? А, подожди, на Z это типа подтягивание или нет? А, Z это подтягивание, типа, да? Да, он типа держится. Сейчас, подожди, вот если я так. Ага, он вроде как бы подтягивается или не подтягивается, хер его знает. Сейчас проверим. Не, не хочу. Так, все, можно я... Все, да, ребят, устал реально играть. Нет, не, не, ладно, не устал, вру. А-а-а, собака-тварь! Нет, ну нужно хотя бы этот уровень пройти. Да нет! Да я же зацепился! Ты же мне сам сказал, что я зацепился. О, это бред!
Короче, я не понимаю, как он работает ручками своими. Падла тварь. Ну, а? Хорош. Не, Z вообще тут не работает, короче. Тут может быть S будет работать? Нет, не будет работать S. Во, высвободи свою ручонку. Так. Ну блин, ну давай раскачивайся, камон. Упырь. Так. Вот, ну ты же можешь раскачаться тут, ну ёб твою налево, ты упырь. Не, он не хочет. Так, давай тогда вот здесь раскачаемся. Не хочет. Ну я никуда не ухожу с точки. Я не знаю, как заползать, ребят. Ну не, это, короче, какой-то бред. Игруха прикольная, но реально очень тяжело на клаве это сделать. И потому что я еще, блин, обучалку что ли пройти? Или нет? Или обучалку для лохов? Или нет? Так, ладно, давай, ой, извиняюсь. Вот сюда вот. Обучение давай сделаем. Новичок, да, окей. Обучение. Что это такое? Д. Подожди, Д это вот так. А Q это в ту сторону. А S это что такое? S. А Z. А видишь, S, S и Z нет такого. У меня только есть вот эти две кнопки и все. А он больше эти, да, не работают никак. В смысле? Ну... Это ты хватаешь, я понял тебя. А, мне нужно зацепиться. А как я тебе зацеплюсь? А как поднять руки вверх? Может, какие-то еще есть кнопки? Подожди. Нет, никаких кнопок больше нету. Есть только две кнопки, Q и D, и все. Как мне зацепиться-то? Подожди, а, нет. А можно мне пропустить, пожалуйста, обучение? Еще раз. Что там еще за две кнопки были? Что значит Z? Z он... Z вверх руки? Он не поднимал вверх руки. Смотрите, еще раз. Вывернуться. Главное. Он на... Он Z, короче, он не... Он не берет руки вверх. Смотрите, Z. Он не делает ни хера. И S тоже не делает ни хера. Q и D работают, а S и Z не работают. Поэтому как я мог играть, я не знаю. Тогда сейчас, подожди. Так, подожди. Главное меню. Что за бред-то тогда получается? А здесь нельзя сделать, типа, да? И все, больше нету ничего. А я не могу играть, ребят, у меня не работает Z кнопка и S. Руки вверх и вниз не работают. Ребят, такая игра, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шимега, всем счастливо, всем пока.